Всем привет! Вы на кухне у Беляевых, и сегодня мы будем готовить торт и пиццу. Сначала мы приготовим пиццу. Сначала мы приготовим тесто для пиццы, потому что оно будет стоять, а потом мы приготовим торт морковный. Мне вкусно будет. Да, обещаю, что вкусно будет. Даже непонятно, что там морковка будет. Угу. Начинаем? Да. Так. Операцию. Начинаем операцию. Есть вкус. Понятно, знаю. Итак, готовим сначала тесто для пиццы. Для этого. Мама, я буду насыпать муку. Давай. А если будет забивать? Угу. Вот, молодец. Так, 11 грамм дрожжей. Да. Сначала ты помешаешь, потом я помешу, хорошо? Тима. Вот так. Так, а теперь венчиком можешь взбивать. Да, вот так. Видишь, как я тихонечко, а не вот так сушать. Надо учиться, а ты так бомбу, конечно. Вот так. Воды мы добавляем 550 миллилитров. Холодной воды. Я ее чуть-чуть, она стояла у меня в морозилке. Давай. Всю? Всю. Всю. Здесь Котя! Мама, Котя! Да. Давай, есть тоже, попробуй. Угу. Да. У нас очень хорошее тесто, но оно вот такое тесто. Такой кружочек, дай. Мы сейчас сюда 50 миллилитров масла оливкового нальем и снова опять будем мять. И потом под теплое полотенце и на 1 час постоять. Так, вот такое тесто. Я его накрываю теплым полотенцем и оставляю отдыхать. Начинаем готовить морковный торт. Для этого мы 3 яйца разбиваем сюда и стакан сахара. Я вот размешиваю. Да, все размешиваем. Так, и теперь мы добавляем стакан масла растительного. У нас фужер. Выливай аккуратно, чтобы оно не пролилось. Ой, осторожно, Сима, то потом не отмою никогда в жизни. Так, есть. Ты мешай тоже. Аккуратно, чтобы не вынималось иногда. Вот медленно, медленно мешай. Маш, смотри, как он мешает. Есть, вот так надо мешать, знаешь? Вот так. Ванильный экстракт добавляем. Ну, я на глаз добавляю. Вот это добавим. Это у меня такая приправа, называется pumpkin spice, тыквенная, тыква, короче, пряная. Он для тыквенного пирога, но для морковного тоже он классно подойдет. Добавляем корицы. Нет, сейчас. Давай. Вот так, молодец. Угу. А теперь что добавляем? Добавляем разрыхлитель, немножечко соли добавляем, давай. Мам, а надо, чтобы белых от ягод? Да, вот так мешаю, ага. Так, еще мы добавили туда орешков чуть-чуть, фундука в нашем случае. И сейчас добавим 2 стакана тертой морковки. Мам, шоколад. 200 грамм муки еще туда добавляем. Мешай. И сейчас морковку. Давай, мешай. Да. Салат. Салат? Мам, чуть-чуть поели. Вот какое у нас получилось тесто. Оно довольно плотное такое. С морковкой. Пряненькое. И сейчас мы будем делать форму. Большая, да. У нас... Когда уже будем форму наливать, то, что останется, попробуем. Так, у меня нет формы. Нужно 3 формы, ну или 2, короче, 3 коржа. Поэтому я ее сейчас буду просто делать. Делать буду из фольги. Вот такие 3 квадрата отрываем. Я даже из 2 буду делать, как бы 2 слоя фольги. И чтобы были поплотнее стенки. Духовка у нас на 180 градусов разогревается.
Вот так раз и готов у нас, как это называется, форма. Так, вторая готова. Ну и, конечно же, любимая часть – выедание теста. Но у нас получилось два коржа, потому что, наверное, можно было поменьше не делать формочки. Но два коржа, в общем, мы уместили. Так, все, последнее. Да. Вот такие два коржа. Ставим в духовку. Вот такие получились коржи. Они пропеклись очень хорошо. Сейчас мы их остудим. И да, они на самом деле приподнялись, поэтому я думаю, может быть, даже их еще разрежу пополам. Получится даже не два, а четыре слоя. Так, я сделала томатный соус для нашей Маргариты. Здесь протертые помидоры от фирмы Pony, по-моему, Pomi или как-то так, в магазине купила. Базилик и орегано по столовой ложке, ну, по чайной ложечке. Можно соль добавить, я пока не добавляла. И чеснок выдавила туда. И еще у меня будет пармезан и просто протертый сыр, чтобы это была сырная-присырная пицца. Тесто у нас поднялось, и сейчас я его буду делить где-то на 6 кусочков, 4 из которых я заморожу. Так, Симочка у нас, нет, не переворачивай, еще катай, раскатывай тесто, мы разделили на 6 кусочков. Не, не надо его, а то порвется, ты его катай. У нас не идеально ровная будет, она такая хендмейд итальянская. Тортик мы залили, сейчас мы его посыпем тертой морковкой. И пиццу тоже мы ее полили соусом и засыпали пармезаном и обычным сыром. На самой максимальной я делаю на самой максимальной скорости, вверх и вниз включила. И горячий воздух, вот не знаю, посмотрим, сколько она будет готовиться. А вот такая у нас получилась пицца. Смотрите, какое тесто. Вот тут твердая, хрустящая корочка. Прям хрустит. И сейчас мы ее разрежем, посмотрим. Это очень похоже на то, что мы ели с Сережей в Италии. Вот. Идеальный кусочек. На тонком-тонком тесте. Самое вкусное внизу. Где это? Да, помогу. Так, сложи. Держи. Где вкусная, мам? Да? Держи. Вот такой получился в разрезике у нас тортик. Давайте, пробуйте, говорите. Сейчас ложку дам. Вкусно. Я говорила такой. Ну что, вкусно? Очень. Обидели, мам. Ну, а теперь мы с вами прощаемся на этой аппетитной ноте. Не знаю, получится ли у вас что-нибудь тоже приготовить, но будем надеяться, что у вас получилось. И пока. Пока? Скажешь пока? Пока. Есть, скажи бон аппетит. Бон аппетит. Ага. Мам, а вот кому запись?